Рекомендую вам новый интересный кулинарный канал «Еда едой». Здесь поделятся вкусными, несложными рецептами и, конечно, идеями, подсказками, кулинарными хитростями от профессионалов, шеф-поваров. На канале вы найдете то, что сможете приготовить самостоятельно, без проблем и больших затрат. А еще канал готовит для вас разные развлекательные кулинарные сюрпризы. Не пропустите и подписывайтесь. Ссылку на канал вы найдете в описании. Здравствуйте! Сегодня я приготовлю лазанью розы. Яйца комнатной температуры соединяю с томатной пастой и тщательно размешиваю. В просеянной муке делаю воронку. Выливаю яичную смесь и замешиваю тесто. Муки может понадобиться больше. Переношу на чистую доску и чистыми руками, чтобы не было твердых частичек, вымешиваю тесто 10 минут. Накрываю миской и оставляю на 40-60 минут при комнатной температуре. Тем временем готовлю соус. В растопленное сливочное масло добавляю муку и, помешивая, подержу на малом огне в течение минуты, пока смесь не приобретет приятный ореховый запах. Добавляю молотую сладкую паприку и перец чили. Перемешиваю. Постепенно вливаю горячее в 40-50 градусов молоко. Солю. И добавляю мускатный орех. Варю на малом огне, помешивая, пока соус не загустеет. Готовое мясо нарезаю тонкими пластинами. Для этого блюда можно использовать копченое мясо, ветчину, рагу болоньезе, рыбу, грибы, сыры и так далее. Из теста формирую жгут и делю его на 6 частей. Каждую округляю, перекладываю на доску и оставляю на 15 минут под миской. Из каждого кусочка формирую овал, раскатываю в полоску шириной 18-20 см, длиной 30-35 см и толщиной 1-2 мм. Разрезаю полоску вдоль на две части, переношу на полотенце и сверху прикрываю, чтобы полоски не пересохли. Кипящую воду подсолю. Отвариваю полоски в течение 30 секунд. Сразу окунаю в холодную воду и раскладываю на полотенце. Огнеупорную форму смазываю растительным маслом. На полоску наношу соус. Раскладываю мясо. Посыпаю тертым сыром. Можно использовать любой по вкусу. Складываю пополам. Смазываю слоем соуса и формирую розу. На дно формы выкладываю слой соуса. Заготовки выкладываю в форму, между ними распределяю бешамель. Остатки соуса выкладываю между розочками и бортиками формы. Сверху накрываю фольгой. Запекаю в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут под фольгой и 10 минут без фольги. Оставлю лазанье в форме на 15 минут и сразу подам. Розы можно сделать заблаговременно, завернуть в пищевую пленку и заморозить. Также им можно придать другой цвет при помощи свекольного сока, куркумы или шпината.
Ингредиенты и нюансы приготовления вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита!»